Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Поздравляю всех с Днем музеев. Сегодня у нас жених и три невесты. Танцующая с огнем Анна, коллекционер антиквариата Елена и знаток истории Анастасия. А жених у нас Дмитрий. Давайте посмотрим. Дмитрий, 28 лет. Женился, несмотря на сложные отношения с родителями и дочкой невесты. Развелся, когда у него с женой закончились темы для спора. Дмитрий – фотомодель, поет в рок-группе, из-за чего был исключен из училища имени Гнесиных. Занимается исторической реконструкцией, мечтает открыть книжный магазин. К будущей жене у Дмитрия только одно требование – любить поэзию и регулярно читать ему стихи. Готовить будет сам, а кто станет мыть полы в их доме, подскажет жребий. Супруге придется смириться с его ежедневными распевками и страстью к истории. Давайте встретим Дмитрия. Мы вас ждем. Здравствуйте, пожалуйста. Еще добрый. С удовольствием. Я в шоке. Я молчу, чтобы его не критиковать. С кем вы пришли? Со своей племянницей Верой и сестрой Светланой. Очень приятно. Им тоже. Василиса, скажи, в чем проблема Дмитрия? Может быть, вот он из-за того, что такой принципиальный? Знаешь, я думаю, что это классическая ситуация, когда мужчина с женщиной, пока он ей нравится, пока она его зажигает и пока она его вдохновляет. Но не всякой женщине понравится, например, такой облик, не всякой женщине захочется вдохновлять на подвиги мужчину и гнать его к светлому будущему. Вот пока сейчас локально возник тот период времени, когда не нашелся никто, кто хочет его вдохновлять. Ну, интересный персонаж. Стилизация под нас всех очень интересная. Роза, на твоем рынке какая цена нашего жениха? Ну, возраст у Дмитрия подходящий, как говорится, опыт семейный есть. Правда, худощав, ну ничего, жена откормит, собственно говоря. Откормим, сделаем солидность. Может, даже насчет мачо. А то, что поет он там по три часа, у него будет время подружкам пойти. Так что я не вижу, в принципе, нормально. В каком вы образе? От Джек Воробей. Вообще-то, до 28 лет можно было бы уже жену найти. Ну, если девушка будет далека от поэзии, но у нее будут другие достоинства, что нет варианта с вами рядом? Такого нет. Да? Вот у вас такая особенная тонкая душевная организация. Я не уверен, что это тонкая душевная организация. Может быть, я просто наглый эгоист. Хочу, вынь да положь. Хорошо. И вот вы однажды захотели, вам вынули и положили женщину на 10 лет старше себя, да. Уже с ребеночком. Она была на вид моложе меня. И очень жизнерадостная. И сейчас она очень жизнерадостная. Как бы дело не в возрасте. Вы ее довели до ЗАГСа? Довел. И что? В принципе, я не могу о ней ничего плохого сказать. Я даже не могу сказать, что мы друг друга разлюбили, потому что это просто слова. Она совершила ошибку, я скажу, какую. Она взяла очень большой кредит в банке. Я знал, что она его взяла, мы это обсуждали. Я говорю, я столько не потяну отдавать. Ну, она сама работает, понятное дело, зарабатывает. Она говорила, что потянет сама. И первые месяца 3-4 платила сама, все правильно. А потом предложила мне платить пополам. А там была шестизначная цифра. Она что взяла? На дочку, на образование дочери, святое дело, все правильно. А папа не помогал дочке? Нет. По нему видно, что он слишком самоуверенный. Самодостаточный? Нет. И самоуверенный – это разные вещи. Ну, прожили ведь ни много ни мало, 3 года почти. Потому что она хороший человек, она была права во всем. Даже в том она была права, что если проблема возникла, надо ее решать вместе. А родители ваши не были против? Моя мать, она была абсолютно за. Она и сейчас будет абсолютно за, кого бы я домой не привел. Может быть, ей вот хочется сбагрить уже. Она думала, что женщина взрослая уже. Это не может быть. Ей хочется сбагрить. Хочется, конечно, хочется. Конечно, конечно. А там взрослая, уже с опытом, с ребенком. Куда денется? А вы вообще какой сын? Я помесь Дориана Грея и Обломова. Ничего не хочу делать, а если что-то делаю, то, наверное, какую-то пакость. Что я художник, господи, он меня убьет. Скажите, пожалуйста, а вот что это за страсть с скандалом? К выяснениям отношений, вот эти бурные... Да, это не страсть, это просто... Сейчас объясню. Это не то, чтобы я люблю скандалы, я не люблю скандалы. Но еще больше я не люблю равнодушие. Вот, я тоже не люблю равнодушие. То есть, если, вот, допустим, у вас ребенок, ну, например, вот уходит гулять до 9 вечера, а приходит в 3 часа ночи, вы на него наорете, правильно сделаете. Если не орете, значит, вы его не любите просто. Ну, вот то же самое здесь. Если жена орет на меня, значит, я... что-то испытывает. А вот если смотрит мимо просто, вот, как на стеклянного... Мне кажется, вот такие педагогические моменты, они, ну, какого-то дурного свойства. Ну, на детей нужно один раз орать, второй раз, а потом он не будет тебя слышать. Надо разговаривать, и нужно сделать так, чтобы он стал понятливым. Когда лет к 10 уже.
же, допустим. А потом муж, он же не твой ребенок, и он не твой ученик, и не детсадовский клиент твой. Зачем? Нужно же как-то отношения устраивать на другом уровне. А не скажу, кстати, не скажу. А почему бы нет? Почему бы лишний раз не поскандалить, чтобы потом не помириться? Смотри. Знаешь, как-то намекать, где мириться? Ну, эмоции нужны. Поверьте мне, скандал ни к чему хорошему не приведет. Они расшатывают нервную систему, и человек вырастает с дурным нравом. У меня дурной нрав. Ну, у вас тоже куча проблем. У людей разные системы ценностей. Абсолютно. Вот. Ларис, я правильно поняла, да? Чтобы отучить вас курить? А, да. Во сколько она вам дала сигареты? 7 лет. Сказала, кури на здоровье, и мне не захотелось. А вы до этого пробовали сами, или это была инициатива мамы? Это была ее инициатива, я даже и думать не мог. Это иногда срабатывает? Да, иногда срабатывает, но к скандалам, к ору не имеет никакого отношения. Но бывают другие случаи. А, он еще и курит? Нет, я думаю, что уже не курит. Его же отучили. Нет, я, знаете, вообще все эти коммунальные выяснения отношений, склоки, я их терпеть не могу. Вообще, вы знаете, да, что есть такая порода людей, их называют интеллигентные люди. Знаю. Они вам близки, вам приятно общаться с интеллигентными людьми? Я очень люблю интеллектуалов. Интеллигентных людей я не люблю, потому что они слабые. Потому что когда на интеллигентного человека наезжают, а на него все равно, когда-нибудь наезжают, на всех наезжают, он не может дать отпор. Дать отпор и быть при этом интеллигентным человеком вполне возможно, мне кажется, совместить. Но это была у вас единственная жена? Да, я моногамен, просто это один раз у меня было. И вы до сих пор страдаете по ней? Я не страдаю по ней. Мы расстались нормально, на самом деле расстались. И я ее уже даже вот в лицо, наверное, я ее узнаю, если увижу, но оно передо мной не стоит, это лицо. Саркастичный комплимент. Дмитрий, скажите, а чем зарабатываете? Я фотомодель. Вы же еще дворником работаете. А работал. Работал. Но все равно, в любом случае, всегда можете, если тут не хватит, тут хватит. Ну, видишь, он не боится грязной работы, все. Наш человек. А сколько еще себе лет отводите на то, чтобы вот так поиграться? Года три. То есть вы в 31 год будете себе вполне выглядеть взрослым мужчиной, да? Нет, не так. Выглядеть взрослым мужчиной, наверное, до 40 не буду. Но в 31 год у меня контракт с модельным агентством кончается, так что мне надо будет бизнес какой-нибудь сделать. Угу. Ну, то есть уже платочки, косички. А это останется. Просто я буду не фотомодель, а владелец книжного магазина. Вы представляете, да, в 31 год кончается модельная жизнь. И он будет владельцем магазина. У вас единственное требование к жене? Именно требование, только одно, чтобы любила поэзию. Все остальное это может быть, а может не быть. Милый, я тебя буду читать. А вам это нужно, прошу прощения, как вы себе это видите технически, просто чтобы она читала стихи вам. Мне это очень нужно. Развлекала вас, ну, в какие-то часы досуга. Либо для того, чтобы она внутри была поэтична. И поэзия должна быть отражением ее какой-то личностной структуры. А, разумеется, первый вариант. Она просто должна мне читать стихи по вечерам. Я это очень люблю. А в ее нутро, ну, бог с ним. А вот дети входят в ваши планы? А входят. Кого желаете? Желаю, но желаю, наверное, найти такую настоящую спутницу воину, потому что в душе, конечно, вы воин, но мне только кажется, что есть риск заиграться. Вот если вы сами сможете себе установить какие-то рамки, будет замечательно, потому что из таких, как вы, мужчин, получаются действительно прекрасные мужья. Я бы сказал, не заиграться, не риск заиграться, а необходимость сурово очень расширить кругозор. Дмитрий, идти против потока, быть не таким, как все, это, конечно, огромная ответственность, и это тяжеленный груз. Я представляю количество косых взглядов, камней, всяких гадких слов в ваш адрес, и вы все это выносите, и, несмотря на это, смотрите в глаза, вы абсолютно здорово рассуждаете, вы не пустозвон. Поэтому я вам желаю в спутнице девушку, максимально похожую на вас, которой не нужно будет доказывать. Ой, спасибо. Которой не нужно будет доказывать, почему вы утром вплетаете себе денежки в косички. Ну, это так. Почему вы до 5 часов утра читаете, обливаясь слезами, Гумилева, ну и так далее, и так далее. Ну, вы будете вдвоем обливаться слезами, потом мы эти слезы продадим. Будет море слез. Таких девушек гораздо больше, чем молодых людей. Поэтому встретить такую, как вы, шанс величайший. А я практичную, богатую, которая в это все дурь из вас выбьет, сделает из вас нормальным мужчиной, который удобоваримый для нашей вообще жизни. Вот я такую хочу. Давай поженимся. У нас в студии Дмитрий. Идите, знакомьтесь с первой невестой. Удачи.
все. Очарован. Мы с вами немножко из разных эпох и представители разных сословий, но говорят, противоположности притягиваются. Кстати, что-то общее я вижу. Я бы мог вас похитить на свою жемчужину. А, пройдемте. Спасибо. Она королева. Но ему не нужна королева. С кем вы пришли? Я вот пришла со своими друзьями, Сергей и Виталий. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. Анна, 23 года. Была натурщицей, моделью и дизайнером ювелирных украшений. Сейчас занимается фаер-шоу, исторической реконструкцией и пошивом одежды. Танцует рокобили и буги-вуги, мечтают о домике в Карелии. Анна считала, что с возлюбленным проживет до глубокой старости, а он изменил ей и даже не подумал извиниться. Надеется, что Дмитрий человек чуткий и трепетный. Что причина одиночества Анны в том, что она принципиальная, слишком. Ну, вообще, да, есть немножко, конечно. Скажи, Роза, а вот на твоем рынке вот такая девушка, 23 года. А что, красивая. Более того, уже даже натурщица работала. Да. Для нашего... Это тяжелая работа, кстати. Ну, а вам это понятно, в принципе. Да. Анечка, а что такое историческая реконструкция? Вот чем вы занимаетесь? А, это, ну, в общем-то... Вы, по-моему, тоже, да? Да, да, да. Это, в общем, такое движение. Люди изучают разные источники, читают книги, смотрят миниатюры и воссоздают быт, вооружение прошлых ушедших столетий. Какая вы умница. Вы где-то собираетесь, устраиваете фестивали? Да, у нас бывают выезды, в основном это летом, но зимой иногда в некоторых замках, допустим, в Выборге или Белый замок обычно происходит там в Беларуси. Там фантастически. Интересно, за чей счет банкет? Вот кто оплачивает такие мероприятия? Ну, вообще у нас есть организаторы, которые все оплачивают. Как бы нам, участникам, все абсолютно бесплатно. Ой, как это здорово, то, чем вы занимаетесь, какие вы молодцы. А вообще, кто любовь к истории привил? Родители? Вы знаете, я не скажу, что это родители даже. Это вот просто случайно получилось. Мне когда было 10 лет, я посмотрела фильм «Робин Гуд» назывался. И вот что-то я так прониклась образом этого героя, стала тоже делать себе луки, деревянные мечи, плести веревочные лестницы, одеваться соответственно. Вот и прошло где-то около 7 лет, и я случайно встретилась с людьми, которые занимались именно серьезной реконструкцией. Я поняла, что да, вот это мое. Мне интересно, она в этой исторической реконструкции всегда принцесса? Или она там с мечами дерется? Ну вот вы, смотри, не робкого десятка. Вот ваш возлюбленный был, которого, ну вы как бы сняли парня-то. Ну, привлекли к себе. Не, просто она его... Ну а что, надо полку на это? Она на выставку собиралась, не с кем было идти. Она... И вот вы сидели на скамейке, и что? Да, да, расскажите историю. Я сидела на скамейке, вот, и он проходил мимо, я так сижу, сканирую всех глазами. Тут увидела как бы молодого человека, который привлек мое внимание, ну и познакомилась с ним. И? Ну и все, любовь. Марго. Вы прям познакомились, сказали, эй, парень, как тебя зовут? Нет, я сказала, молодой человек, а расскажите, что там сегодня происходит. А вы также вот в короне в этой, нет, да? Нет, нет, я была в гражданке, скажем так. Ну, тоже достаточно интересно одета. И насколько такой, любви, да, хватило вашей? Ну, любви нашей хватило, к сожалению, ненадолго. Вот мы расстались в середине января, к сожалению. А почему расстались? Ну, он изменил. Бедняжка. Боже, как с кем? Да. Какой ужас. Как узнали? Ну, я это увидела. Как увидели? Как, ну, я увидела, конечно, не прям вот самый кошмар. Я надеюсь. Я увидела, как он обнимался, целовался с другой девушкой. А где? А, мы проводили вечеринку вместе. Он был диджеем, я аниматором. И пока я развлекала там людей, он сам тоже развлекался. И что вы, Анечка, к нему подошли с этой девушкой? Я подошла, да... Поговорила с ним, но без скандала, без всего, и просто уехала. А он стал как-то оправдываться или... Нет, он сказал, я не хочу перед тобой оправдываться и выяснять с тобой отношения. Ну, правильно, вы сняли пацана, какое-то время с ним провели, не он же вас добивался. Вы были легкой добычей в его жизни. И, ну, и другая, наверное, так же его переманила. А он, может, ничего не обещал? Он вам сказал, что ни с кем, вот, значит, Анечка, только с тобой? Ну, вообще было такое. То есть прям вот он дал клятву, больше ни с кем? Ну, просто получалось, мы как бы расставались перед Новым годом, все, там, решили расстаться.
потому что нам было тяжело вместе, но потом он вернулся, просил прощения, как бы сказал, что любит меня, и все. И тут такое. Не простили. Ну, как я могу такое простить? Правильно. Она мне очень симпатична, кстати. Милая девочка. В отличие от него, она мне симпатична. Вам нужен вот такой Дмитрий? Ну, мне... Абсолютный нарцисс, не скрывает этого, любит себя до судорог. Ну, я тоже себя люблю. Хорошо. Тогда подолжим. Да? Ничего не смущает? Нет, на самом деле абсолютно не смущает. Как бы я люблю людей, которые на меня чем-то похожи, а какой-то, если вот будет такой, ну, мне неинтересно. Ой, а я не вижу в ее глазах, что он ей симпатичен. Поэзию любите? Поэзию люблю, но больше прозу философскую. А, например, какой у вас любимый писатель? Писатель Сенека. О, круто. Молчу. То есть прощаете, да, равнодушие к поэзии? После Сенеки прощаю. Я не скажу, что я равнодушна, просто как бы... Читать будете на ночь? На ночь? Да. Иногда читаю Лермонтова. Нет, ему. Ему? Каждый день, можно ли, как можно, это? Не, не каждый день, ну зачем так разбалывать меня? Ну слава богу, хоть, ну через день. Ну раза два в неделю нормально, Лермонтова читать сказки можно. На ночь? Не, Лермонтова, демона, вот отлично. Это увлекает. Можно и демона. Можно попробовать и Гумилёва. А чего бы вы от мужчины потребовали? Вот уже такого экзотического. Самое главное — верности. Это самое главное. Деточка моя. А скажите по-честному, ведь самое главное — зарабатывать деньги. Сколько я должен зарабатывать конкретно? Давайте сразу решим этот вопрос. Правильно, молодец. Ну как скажешь, мне обязательно. Что такое не обязательно? Коммунизм? А от и до. Вот нет, есть ли какое-то действительно требование к благосостоянию? Нет, на самом деле к благосостоянию я не стремлюсь именно прям к какому-то богатому человеку. Я не хочу ни от кого зависеть. Хорошо, во-первых. Он должен сколько получать? Чтобы он сам мог себя прокормить, чтобы не сел ко мне на шею. А вам, ну, она вещь потому в себе, что... она достаточно, ну, как бы ей самой с собой хорошо. Вы снимаете, да, здесь квартиру? Я живу в общежитии своего университета, в котором учусь. Mm-hmm. А вы? А я снимаю комнату. Не с мамой, да? Нет, отдельно живу, конечно. Угу. Мог бы снять квартиру, но отдельно квартира одному человеку просто не нужна. Девочки, она живет в общежитии. Она шьет. У нее потухли глазки. Послушайте, вы необыкновенно хороши собой. У вас очень спокойная такая внешность. Это очень притягивает взрослых мужчин. В особенности, неужели не нашлось ни одного, кто бы сказал: все, Анечка, из общаги, завтра переезжаешь ко мне. Вы же я есть такой, такие, как ты. Есть такие, но душа моя к ним не тянется. Спасибо. Моя душа тянется к тому, чтобы посмотреть на сюрприз. Пожалуйста, проходите. Ну, она сродни Димовочке, что ли, да? Ну, нет, Димовочка я бы ее не назвала. Я бы хотела бы исполнить для вас мелодию на флейте «Одинокий пастух». Какая умница, она еще и музыкальная девочка. Дрожат, волнуются. Нервничает. Ну, конечно, я бы тоже нервничала. Какая красивая мелодия. Ой, конечно, он этого не достоин. Если бы он на скрипке играл, было бы другое дело. Спасибо большое. Проходите. Браво, правда классно. О, Господи. Шикарно. Как вам невеста? Ну, мне понравилось. Я думаю, хорошо. Да? Я думаю, то, что девушка тоже очень необычная. Она такая, вот даже по разговору видно, то, что она ласковая, общительная. И я думаю, то, что если уж действительно ей нужен человек, то вот ей нужен достойный ее. Я то, думаю, есть, не, то есть не я, то да? Тебе ее жалко? Ну, нет, почему? Может быть, если действительно ей понравится этот человек, то я думаю, то, что они могут спеться вместе и в группе. В группе ты можешь. Споетесь? В группе споемся по-любому. Как вам? Важно, что как музыкант она великолепна, но как жена для меня, я не представляю себе. Она слишком хрупкая, интеллигентная. Мне ее просто будет жалко. Вот невозможно. А что вы такое попытаетесь совершить в браке, что вам вдруг стало ее жалко? Да вроде ничего особенного не собираюсь совершать, но мне ее жалко. Жалость — ужасное чувство.
ее интеллигентность. Она не защищает себя, свою позицию. А вам нужна хабалка? А, знаете, хабалку не было бы жалко со мной. Вот да, мне в каком-то смысле нужна хабалка. Вот. Как она при этих словах на него подозрительно смотрит, а? Эй. Вообще девушка очень хорошая, если она была искренне. И вот она, собственно говоря, воспринимала Дмитрия вот такого. Я еще спрашивала ее, а как вам это вот чудо-то? Говорит, да ничего, нормально, в общем-то. Для брака нормально мало. Нормально это вот. Посмотрите, девушка, которая в 23 года вот так рассуждает, так живет, у которой, в принципе, существуют те самые принципы, интересы, которые так спокойно, это редчайшее, реликтовое дерево. Я таких встречаю крайне редко. Поэтому, конечно, мне хочется для нее счастья. Что-то получше, что-то получше. Вам говнеца надо просто-напросто, нет, чтобы при добавить. Нет, здесь, ну при чем здесь получше или похоже? Вы пока ни себя никак не показали. Ну, я пока не понимаю, кто вы и что вы. Но я-то себя понимаю. Mm-hmm. Я понимаю, что она достойна лучшего. Она хороший человек. Да, хорошая отмазка. Чтобы такое к нам заходило, нам я достойна надо. Лучшего. Вы действительно правильно говорите. Она правда достойна лучшего. По крайней мере, точно не достойна, чтобы к ней по мелочам цеплялись. Мне кажется, что мужчина с интеллигентной женой гораздо более будет счастлив, чем с женой слишком раскрепощенной, вот ту, которую вы видите. Она мне тоже нравится. Новая встреча через несколько минут. Не пропустите. Передавай поженись. У нас в студии Дмитрий. Идите, знакомьтесь со второй невесткой. Удачи. Здравствуйте, сударь. Приятно познакомиться. Мне тоже. Я думаю, мы чудно проведем вечер. Даже не сомневайтесь. Как мы смотримся? Лучшие из двух миров. Ну, всем у всех историческая реконструкция. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Лариса. Только если можно, не Елена, а буду Славленой сегодня. Потому что я представляю тоже некую эпоху XVI века. А пришли со мной сегодня также дамы из разных веков. Это моя мама. Ее зовут Лариса. Также с нами пришла Маргарита. Маргаретта. Но... Эта женщина является другом семьи, она подруга как мне, так и маме. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем еще лучше. Елена, 29 лет. Детский психолог. Коллекционирует антиквариат. Завсегдатай джаз, эйдж и рок-фестивалей. Черпает энергию из природы и космоса. Мечтает о гармонии. Гражданский муж был ровесником матери Елены. Жила с ним вопреки воле родителей, а он так и не решился сделать ей предложение. Надеется, что Дмитрий уважительно относится к институту брака. А, может быть, причина одиночества Славлены в том, что она живет не разумом, а чувствами, а девушка уже взрослая, 29 лет? Знаешь, в общем, я думаю, в любом возрасте можно позволить себе чувства, но нельзя позволить себе излишнее упорство, когда чувства начинают противоречить и быть уже нежизненными. Вот мне кажется, mm-hmm. что в случае со Славленой именно так и было. Пора было давно заканчивать с этими чувствами. Можно было чуть-чуть поиграться, но быстрее надо было выходить из этих отношений, не затягивать. Ну и какова цена у Славлены на рынке невест? 7 из 10. В принципе, правда, возраст критический. Но смотри, кровь с молоком, детишек не нажила. Слава богу, все с белого листа будет. А здоровье хорошее, пахать на ней можно, в общем-то. Ну, антиквариат есть. Да? Приданное, да. Есть, приданное. Правда? Есть. Ташу невеста. Откуда, по наследству или денег много скупаете? Нет, денег у меня нет, скажу честно. История моего антиквариата такова, что она идет из прошлых отношений. Этим увлекался он, мой прошлый мужчина, и он меня вовлек в это. А это оставил? Так он и сам был антиквариатом на 20 лет старше. Да? Да. И что? Нет, я была с ним счастлива, хоть он и был старше меня. И хоть он и был женат? Ну, потом развелся. То есть за вас? Да. А мама не говорила, что нельзя уводить мужчину из семьи? Она не увела его из семьи, у них отношений не было. Они были в браке, но отношений уже не было. Он уже был лет 10 в Москве, ага. Она где-то в другой стране, как бы отношений уже не было. Слушай, а у нее больше шансов, чем у тебя, она старше. Да-да-да, он же любит женщин постарше. Ну, выберет тогда ее маму. Но он был состоятельный. Нет.
антиквариат тогда? Обычный, откуда? Трудолюбивый человек. Ну, у него работа связана немножечко с антиквариатом. И он подтыривал его так? Нет, он покупал. Ларис, те, кто знают, знают, где находить. Некоторые люди на помойках собирают, чудеса находят. А между прочим, да. Я помню, ты искал что-то на помойках? Нет, я помню, по телевизору смотрел репортаж про помойки, вот про свалки. Mm. Там реально люди живут. Mm. Они ничего помойках? Не делают. Да, кстати, я тоже видела. Они ничего не делают. Они находят там еду, рабочую технику, одежду, золото. Скажите, Славлена, сколько было ему лет-то? История об этом умолчает. Ну почему, если 20 лет разница? А вам 20 лет, то есть ему не было 50? Не было еще, да. Ну так, боже, о боже, если вы сейчас сказали, что ему было 94, и он был порнографом, тогда можно было бы как-то еще и в глазки попутать. Антиквариатом занимался молодой, здоровый мужчина, которому не было 50 лет еще. Будет вам... Совершенно верно, Лариса. Я хочу добавить его защиту еще, что он очень молодо выглядит. Ему никогда не дошло. Потому что он молодой мужчина. Сегодня, послушайте, он и выглядел на смолке, ему было. Ну и что? Вы правы. Это была единственная и первая причина, почему я его оставила. Потому что, видимо, поздно, но я все-таки, слава богу, поняла, что не нужно человеку ничего, ни детей, ни семьи. Поздно поняла, так но у него, поняла. Наверное, в браке остались дети, их тащить-то тяжело. Нет, у него никогда не было своих детей. Опа. Ё-моё. Кажется, долго переживали? И вообще, кто от кого ушел-то? Я от него ушла. Переживала долго. Не потому что надоело долго, быть, да, в непонятке, правильно? Конечно. Жениться. Конечно. Угу. А он что, баба с возу или переживал и хотел вернуться? Поначалу переживал, но потом я поняла, что да, наверное, баба с возу. Хотя он любил меня, я знаю это точно. Кларисса. Испугался, наверное. А в миру как? Лариса. 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 Вы тоже меня отныне зовите Кларисса. Хорошо. Вот надоело мне вот это. Тогда я Розетта. Розетта. А я тебя так и называю, Розетта. Ну хорошо, вам нравился мужчина тут, я как понимаю, да? Какой мужчина? Прошлый или... Или который сидит перед нами? Нет, который прошлый. Прошлый. Это же не мужчина, это воробей. Скажу честно, не та я. Я знаю, что ей не нравлюсь. Я знаю. Мне не нравится. Ей, прошу как прощения. Как это? А, кстати, маме. Вот не она это сказала. Клариса, давай. Жалко, что вы меня не слышали там за кулисами. Ой, что вы сказали? Я даже боюсь подумать. Вначале, конечно, для меня это было полной драмой, потому что я, как и каждая мама, хочу, ну, если не ровесника, то немножко там старше, и какой-нибудь год-полтора, и я очень хочу внуков, я ждала, мечтала. А 7 лет отношений и никакого развития. Ну, это да. Но я смирилась. Полюбила даже своего экс-зятя, скажем так. И его полюбить. А вот как вам, Дмитрий? А вы знаете, да. Наверное, да. Вот я из таких. А ничего, что полюблю, у него немножко клыки, как у вампира. Причешу, воспитаю, прощу. Спилите клыки. Да. А, кстати, это у вас накладные или нет? Они накладные, они не так, нет, они не накладные. Вырастают периодически. Он еще и вампиров одевается. Ну, если вдруг, ну, боги так решат, что мы будем вместе, мы будем жить отдельно от наших родителей. То есть ни мою мать, ни вашу. Будем пускать только по праздникам. Это у вас такое условие? А это неизбежное условие, потому что что такое пострижем, побреем, что это такое? Моя мать ведь не будет вас ни стричь, ни брить. Матери это отдельно, а мы должны жить отдельно. Я с вами новая согласна. Новая семья – это отдельная уже семья. Уже конфликт с тещей. Это не конфликт, это просто я ставлю конкретное условие, что ни тещи, ни свекрови в доме не будет. Эгоист не может терпеть тещу. Вы что, девушки? Вы такая красавица. Как раз самое время показать сюрприз, чтобы нас уже окончательно очаровать. Пожалуйста, проходите. Может быть, что-то это на его реакцию подарит, да? Подарит, не знаю, потому что это вещи редкие, но... Пока что несет обратно. Дмитрий, Боже, это мой. Очень маленькая часть моей коллекции. Извините за нескромность. Я вам предлагаю угадать, который из этих подсвечников является самым старым. Интересно. Ну, давайте. Ну, наверное, сейчас выберет тот, который покрыт патиной больше всего. Вот это. Почему? Интуиция. Вот этот самый старый, по-моему. Представляете, она будет пульс своих подсвечников стирать, а он будет прыгать там Джеком-муравьем. Ну, ладно. Будем считать, что вы угадали. Вот этот подсвечник самый старый. А следующий за ним вот этот. Так, быть вторым не так уж плохо. Спасибо большое, спасибо. Кстати, это правда интересно. Прекрасное увлечение. Но это же должно быть сюрпризом. А тестирование, мне кажется, ну какой-то сюрприз. Это сюрприз. Я тоже интересуюсь такими винтажными вещами.
То есть это сюрприз. Да, для меня, да. Спасибо тогда. Проходите, спасибо. Девочки. Спасибо. Ну, молодец. Светлана и Вера, что вы скажете? Как ну, тебе? В принципе, тоже неплохо, тоже подходит. Она человек такой, видно, активный, много жизни знает. Наконец-то с приданным. И мама у нее вполне боевая, импульсивная. Я думаю, что... Ну, уже то, что мама согласилась водрузить себе на голову вот это гнездо, это уже говорит о том, что мама желает счастья своей дочке. Дочери. Значит, она пойдет на все условия ее будущего зятя, чтобы только у дочки был мир и счастье. Полюбит в семье. Она тебя. Может, и ненадолго, но у нас может что-то получиться. Как вам, Славлена? Великолепно. Она мне понравилась по-настоящему. У нее сильный характер, я заметил. Два образования – это всегда плюс. То, что она, допустим, со своей матерью пришла, это для меня тоже плюс, потому что она не боится своей матери. Она может ее с собой вместе привести, посадить рядом, сказать, что хочет. Это супер. Представляете, я думала, честно говоря, что первая еще девочка бы. Ему понравится. Скажите, а почему вы не стараетесь произвести на девушек впечатление? Вы правда о себе такого мнения, что вы вот сам по себе уже такой прекрасный, замечательный? А почему я не стараюсь произвести впечатление? Потому что вы тоже их тестируете, вы свысока с ними разговариваете, вы задаете им каким-то тоном вопрос. Потому что я хочу, чтобы мне ответили. Ты не можешь не понравиться. Слушайте, ну я даже растерялась, выходить за ними или не выходить, если... А, кстати, ты будешь, если он выйдет? Не знаю пока, решаю. Мне, Славлена, понравилось. Вот открываю вам секрет, дорогие девушки, женщины. Есть разница между влюбленностью и любовью. Влюбленность – это то, что вы не замечаете никаких недостатков. В любви вы эти недостатки замечаете. Вот вы, первый признак – влюбились. Никаких недостатков не видит, все у нее хорошо. Хоть она с рогами была бы, и рога были бы красивы, как говорится. Ну и слава богу, как говорится, если туркнула, ёкнула, надо, да. Пожалуйста. К обеду любовь, как говорится. Спасибо. Вы абсолютно правы, когда говорите, что вам нужна женщина хваткая, бойкая, хозяйственная. Потому что в вашем гороскопе за женский образ отвечают смесь знаков девы и стрельца одновременно. И, конечно, Славлена гораздо более мягкая и женственная, чем та девушка, которая могла бы подойти вам. Поэтому она однозначно, очевидно, вам не подходит. Уж если выбирать, я бы советовала вам Кларису. Мама, тебя замуж выйдете? Та самая теща потенциальная, против которой и сразу с которой у вас возникла некоторая пикировка, и которая вас, очевидно, этим зацепила, да. Заинтересовала по характеру, как раз вот та самая женщина, которую вы видите, очевидно, вы ее не можете выбрать, да и она не разбежалась выходить с вами. Но, может быть, имеет смысл искать женщину похожую, приближенный образ. Поэтому нравится старшая намного. Вот это тоже мне загадка, конечно, но я ее постараюсь до конца программы разгадать, почему вам нравятся женщины в возрасте. Пока непонятно. Но впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Я предлагаю Дмитрию встретиться с третьей девушкой. Проходите. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Очень рада с вами познакомиться. Я тоже. Сразу видно, что вы очень нестандартный и оригинальный человек. И по вас тоже. Спасибо. Спасибо. На платье это принцесса одела, я бы так сказала. Зря. С кем вы пришли? Я пришла с подругами, с Ксюшей и с Дашей. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Анастасия, 23 года. Историк и теоретик культуры. Учится в магистратуре. Коллекционирует монеты, билеты, театральные программки, книги по культуре и истории. Посещает музеи по всему миру. Мечтает о путешествии по маршруту Жюля Верна. Гражданский муж Анастасии был слишком увлечен рок-музыкой и все заработанные деньги тратил на инструменты. Надеется, что Дмитрий всегда найдет время и силы для нее. Может быть, причина одиночества Насти в том, что она в себе не уверена? Я уверена, что дело не в этом, Ларис. Но, во-первых, Настя еще... только возраст 23 года, я думаю, что еще возможности не было найти достойного мужчину. А тот, который оказался, был откровенно недостойным просто. Такое бывает в жизни. Не всегда за нами в очередь принцы выстраиваются. Ну, она такая пухленькая девочка. Пирожками тоже его раскормят. Да.
Не хуже тебя. Как-то мне не вяжется ваш образ вот с поклонницей рок-музыки. Я не вижу вас рядом с рок-музыкантом. Вот я тоже себя не вижу рядом с рок-музыкантом. Я совершенно не фанат рок-музыки. Просто вот так получилось, что мне было интересно с этим человеком. А уж то, что у него было такое влечение, ну, пришлось все принимать таким. Роза, как оцениваешь на твоем рынке товар? 5 из 10. Почему? Потому что умная, москвичка, образованная. Молодая. Но, молодая. Но вот качество приданное, какие-то фантики, какие-то буклетики, ну, ничего серьезного, собственно говоря. 23 года у тебя что было? У меня подушки были уже приданные, у меня практически с рождения собиралась. А у меня тоже есть подушки, я еще вышиваю подушки и ковры делаю. Да вы что? Тогда, извините, тогда еще парочку баллов прибавлю, тогда 7 из 10. А, скажите, Анечка, и вот вас угораздило влюбиться в бездельника рок-музыканта. Да. Ну, а чем привлек-то? Ну, они могут, конечно. Меня привлек этот человек тем, что он просто впервые в жизни обратил на меня внимание и, скажем, пошел мне навстречу. То есть, когда он мне понравился, и мы стали с ним ну, куда-то ходить, встречаться, и он как бы ответил на мои чувства, не стал от меня отстраняться. А откуда комплекс? А раньше этого не было? Ну, на самом деле, наверное, я не могу сказать, что этого раньше не было. Я ну, по честно, жизни такая... не было раньше мужчин, с которыми да. можно было строить отношения, почему не выстраивалась очередь. Но какие ваши годы еще? Ну, как, извините, девочки, своеобразно ей это предложил. Роза, она же всегда так, как что-нибудь, она любит покритиковать, да? Скажите, а в школе пользовались успехом у мальчиков? Нет, никогда. Почему? Скорее наоборот. Меня всегда дразнили. Я ходила в больших очках. И... А вы косметикой пользуетесь? Да. Ага. В больших очках и что? Ну и фигура у меня всегда была не та, которая нужна для современного общества. Да. Угу. Сейчас я стараюсь уже, конечно. Ну я всегда это старалась, следить за собой как-то. Выглядеть красиво. Ну, к сожалению, мой типаж, видимо, не совсем подходит. Подростки жестоки. Зато закаляет это. Да, меня тоже всю жизнь дразнили скелетом. Моя дочка спрашивает, мама, кожа у тебя была? А сейчас кто подумает, правда? Только и сидишь на этих диетах. Поэтому у вас все впереди, еще успеете высохнуть. У меня мама обычно, когда подобных видит, она такая, говорит, ну мы это уже проходили дело. Да, проходили. Ну что, красивая, молодая, образованная. У вас столько плюсов. Вам зачем, Дмитрий? Я просто подумала, что Дмитрий очень нестандартный, действительно оригинальный человек, а мне нравится все необычное, и мне нравится, когда человек чем-то увлечен, ну, искренне и занимается. Мама с папой решили познакомиться с женихом. Вот приходит вот такой наглый Дмитрий, самовлюбленный абсолютно, Нарцисс Абрамович. И что? Ну, я думаю, что у меня родители достаточно толерантные люди. Они. Да? Да. Толерантно, это значит, им плевать на ваше будущее? Нет, им не плевать, просто они... На счастье дочи. Меня, наверное, очень любят, поэтому примут любой мой выбор. И ничего не скажут, да? Нет, ну, конечно, потом скажут. Знакомство с ее родителями, я знаешь, как вижу? Так он заходит весь из себя, там, пинком открывает дверь, садится на стул так вальяжно. Ноги на стол. Сзади подойдет, все нормально. Не-не-не, заходит папа, знаешь, в тельняшечке, в трениках, поднимает за шкирку и пинком с лестницы. Как к поэзии как относитесь? К поэзии я хорошо отношусь, но я не могу сказать, что я фанат поэзии. Я скорее фанат театра. Вот, кстати, они смотрятся нормально. Анастасия, а детей же когда планируете? Я очень хочу детей, я люблю детей. И с 18 лет работаю с детьми, я вожатая работала. А подождать, вот вы готовы года ради 3, мужа? Года 3-4 подождать все. Вы мечтаете еще поступить в ГИТИС на факультет режиссуры? Я, поскольку увлечена театром, да, вот у меня есть такая идея, потому что меня это очень привлекает. И я чувствую, что сейчас я набрала тот багаж знаний, опыта и какого-то интереса, ну, книг, там, каких-то других сведений. И мне хочется куда-то это применить. Вот я вижу, что в режиссуре это наиболее адекватно. Ой, женщина-режиссер, это... я с одним режиссером, с женщиной, отработала 3 спектакля, а муж у нее актер. И мы когда-то очень дружили, и мне ее муж рассказывает. Он говорит, представляешь, говорит, она разговаривает по телефону час, второй, третий. Он говорит, я пришел после спектакля, говорит, есть хочу, как собака. И подхожу к ней и говорю, Оль, а котлеты? Где котлеты? Она говорит, какие котлеты? Иди почитай лучше что-нибудь. Боюсь, что у вас вот так бы не получилось. Ну, я думаю, что надо совмещать и то, и другое. В принципе, легко с духовными людьми. Ты знаешь, я сейчас подумала. Потому что ведь он же и пойдет, и сядет читать. Да. Да. Или сам приготовит. Ну, я так и не услышал. Вы ничего о себе, по-моему, не рассказали. Вы какой у вас любимый писатель, любимый фильм, любимая музыка? Если рок не слушаете, а как вы слушаете? Я слушаю разную музыку. Любимый писатель у меня Булгаков. Поэтому у меня любимого нет. Мне в равной степени разные люди нравятся. И по поводу фильма тоже не могу сказать, что у меня есть какой-то один любимый фильм. Ну, нет, но они вообще как небо и земля.
А вы считаете, что для брака достаточно вот тех самых вопросов, которые вы задали? А все остальное не принципиально? Это действительно принципиально. А все остальное можно устаканить. Вы же сказали, что вам нужна хозяйственная. Вот на самом деле ни одного вопроса на хозяйственную тему не прозвучало. По-моему, я даже не говорил, что мне нужна хозяйственная. Вы говорили в самом начале. Сказали, что вам нужна пробивная хозяйственная женщина. Пробивная? А вы пробивная? Пробивная, да. Да, но не хозяйственная. Ну и хорошо. Зато главное, что пробивная. Резнули, что все умеет. Что умеет? Красиво все танцевать? Все организовать умеет. А, мне показалось, красиво танцевать. Красиво танцевать тоже умеет. Я тоже с детства танцем занималась. Танцую. Ответственная еще какая? Можно много плюсов перечислить. Ну, быстренько перечисляйте. Может быть, она раньше была не совсем уверена в себе, но вот после расставания со своим молодым человеком она поняла, что так больше жить нельзя. И сейчас активно работает над собой, и я просто вижу, что она меняется на глазах. Конечно, каждое отношение учат и добавляют мудрости. Вы какой-то сюрприз приготовили? Да. Пожалуйста, покажите. Дорогой Дмитрий, я хочу вас немножко удивить. Я приготовила вам неожиданный сюрприз. Вот он. Очень неожиданно. Этот предмет издревле использовали практически в каждой семье на Руси, и он использовался в обычном бытовом хозяйстве. И вот у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, для чего использовался этот предмет? По какому назначению? Я могу только предположить. Можете посмотреть, подержать в руках. Спасибо, люблю такие штучки. Я могу только предположить. Предполагайте. Это, наверное, стиральная доска. Мне кажется, его надо погладить прямо этой штукой. С этим предметом связана такая пословица. Не мытьем, так катаньем. Это самый, я не знаю, как это называется, сейчас вспомню, валик для катания белья, допустим. Практически, да, это называется рубель. Этим предметом выглаживали белье после стирки. Его наматывали на специальный валик, и потом вот так сильно прокатывали. И не жалко? Нет, дарю, это вам. Серьезно? Да. Послушайте, какой прекрасный сюрприз, мне казалось, вам понравится, да? Да, потрясающе. Спасибо большое, вы еще и щедрая девушка. Да. Проходите, девочки, в комнату. Спасибо, вам спасибо. Ужас, ужас. Все хорошо, все хорошо. Светлана и Вера, какие впечатления Анастасия оставила? Очень интересная девушка. Я думаю, что тоже очень подходит к тебе. Ну, я как сказать? Я думаю, что не то, чтобы она очень подходит. Почему? Просто она бы, возможно, воспитывала бы с какой-то стороны. Это да. Ну, а что, воспитывать, это разве плохо? Нет, она бы его воспитывала. Его воспитывала? А так просто мне такое впечатление, как будто, знаете, вот она как выпускница. То есть вот она такая красивая, яркая, нежная. Но он может просто ее испортить тем, то, что... Ну, вот приходит она, допустим, вот хочет детишек, хочет отдохнуть. А вот он будет вот играть... На своих инструментах. И второй раз я такой не хочу, честно. Ваш дядя наглый, московский, образованный, заевшийся молодой человек, да, который вот так вот из... Он не совсем так. Просто и навряд ли он подход. Осчастливит хорошую, интеллигентную девушку. Он может осчастливить ее на какое-то время, как бы. Но потом просто опять вот... Вот ему с ним надо, понимаете, вот именно взять вот скалку и сказать, вот либо вот ты будешь делать так, какая либо, умница, либо какая давайте по-другому. Это рубель. Я тебя буду им любить. Мне девушка понравилась. Более того, жена... которая увлечена чем-то другим, кроме семьи. Она вон в музее, учится в магистратуре, там еще монет, кстати, коллекционирует. Да, путешествовать хочет. В принципе, готова тоже подождать там годков 5. Это нормально, нормально. А скалочка, наверное, я так думаю, к месту будет. Белье катать. Не только бельишко, а еще и спину тоже погладить можно. Белье катать, да, белье катать. У нас не будет стиральной машины и утюга, а будем рубелем пользоваться. У Анастасии есть удивительный талант, в кавычках, конечно, талант. Соединение Марса с Нептуном в гороскопе. И вот именно это дает такое своеобразное качество. Мужчины рядом с ней становятся плохишами. Ну, то есть они способны портиться. Ну, кстати, это правда. Надо меняться. Хватит. Я думаю, что ей нужны пока еще, перед тем, как выйти замуж, активные отношения для того, чтобы попытаться мужчин обуздывать, а не потворствовать вот этим их слабостям. С вами же ситуация будет, по-моему, очевидная. Но... Да, потому что плохие мальчики и девочки, злобные дети, так прошлись по ее судьбинушке. Столько комплексов в ней родили, что, конечно, ей еще нужно много лет, чтобы от этого воспрять. Но она должна, на самом деле, посмотреть на себя на экране и увидеть, какая она красивая и какая она умница.
Ты моя бедная, несчастная. Светлана и Вера, есть достойная вашего родственника девушка? Я думаю, что если смотреть вот из этого круга, вот из которых были, то... Ну, естественно. Все-таки вот как-то вот последняя, она все-таки больше располагает. Анастасия зовут. Анастасия, да. Ну что, Анастасия, понравился тебе жених? Да, мне он очень понравился. Он действительно интересный, необычный человек. И я думаю, если он сюда зайдет, я выйду с ним. А вы что скажете? Ну, мое мнение, Анастасия и вот Анна первая тоже очень подходит, потому что она вообще мне понравилась, как бы, очень, эта девушка. Ну что, Аня, как он тебе очень нравится? Не, ну, в принципе, он мне понравился, как бы, личность он интересная, я бы пообщалась бы с ним вот по-дружески. Дмитрий, вы мужчина-ребенок, вы никогда не повзрослеете, поэтому вам нужна женщина такая мамочка. Я вам предлагаю Славлену, потому что у нее мама Клариса, да, но через какое-то время вот как раз... Добраться к Ларисе. Нет, ну, можете, в принципе, к Ларисе, не теряя времени. Но, по сути, посмотри на свою маму, на маму, да, и вы будете знать, через сколько, через 20 лет. Подождете через 20 лет, как раз будет образ Кларисы. Ну что, Аленушка, тебе понравился парень? Знаешь, больше да, чем нет, но не определилась до конца. Кого вам пожелать? Ну, Аня, конечно, красавица. Мне хочется для нее другого счастья. Пусть она уже с готовым мужчиной, который повзрослел, встретится. Ну да, Славлену, потому что смотрела на вас с открытым ртом, и, видите, мамочка не против. Ничего себе! Я не ожидала. Я тоже не ожидала. Вы мужчина, с одной стороны, активный, с другой стороны, женщина пассивная, мягкая, вам не нужна. Ту, которую надо за собой вести. А все три девушки, в общем, в той или иной степени достаточно ведомы. Вот только Анастасия способна, ну, со временем стать более жесткой. Ну, и символ она принесла соответствующий. Да, это замечательно. Да, поэтому я за Настю. Я думаю, что вы уже выбрали девушку, поэтому идите к ней, мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 44. Иван, 28 лет, номер 1438. Музыкальный продюсер ищет умную, обаятельную и светскую женщину, которая поймет его творческую натуру. Анна, 24 года, номер 1439. Специалист отдела кадров в банке, ищет главу семьи, который будет принимать все решения с ее подсказки. Мы не знаем, будет Дмитрий один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение. Да, я вас жду. Подходите ко мне. Вау. Ой. Вечер добрый, еще раз. Здравствуйте. Очень приятно еще раз. Вы мне, правда, очень понравились. Мне тоже, и я прям совсем не ожидала, правда. Вы ожидали. Мы, правда, друг другу подходим. Да, наверное. Вы режиссер, может, сможете меня построить. Попробуй. Очень гармонично смотрите, давайте рядом. Прям в тон, все так у вас. Правильно, вы внешне похожи. У нас есть пара Дмитрия и Анастасия. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Спасибо, удачи. Спасибо большое.